Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины. Даже если бы она была действенна. Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности спутника намного превышают его реальные возможности и эффективность. Окончательных результатов исследований спутника V нет, и это является медицинским показателем. Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что вас украинцев другие кинули, вы ничего не можете сами, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь.